5 октября в нашей стране отмечается один из самых светлых и трогательных праздников – День учителя. Это профессиональный праздник школьных педагогов. Его отмечают не только те, кто сеет разумное и вечное, но и все учащиеся. Для последних это возможность устроить радостный день своим любимым преподавателям и в очередной раз засыпать их многочисленными букетами цветов. Славянские педагоги в этот день принимают поздравления не только от своих учеников, но и от руководства района. Подробности в первом материале выпуска. По традиции, перед профессиональным праздником, Днем Учителя, глава Славянского района Роман Синеговский приглашает на торжественный прием лучших представителей педагогической профессии. Среди участников приема в этом году – школьные учителя, педагоги дополнительного образования, тренеры и воспитатели, преподаватели высшей школы и техникумов, руководители образовательных учреждений. Ваш труд, вот здесь представители, наверное, и учителя наши, да, и представители дополнительного образования, и спортивной направленности, и доп. Образования. Вы все занимаетесь очень серьезным делом, вы и учите наших детей, и главное, воспитываете их, вкладываете свою душу, свои знания, свои умения, навыки свои. И все хорошо получается, наши дети прославляют Славянский район. На различных олимпиадах, побеждают в различных, значит, конкурсах. Поэтому за это вам большое-большое спасибо. К словам поздравлений в адрес лучших славянских педагогов присоединился и заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко. Очень приятно, что, придя в профессию, вы остались с ней на всю жизнь. Хотелось бы, чтобы ваш опыт, ваши умения смогли воплотиться в ваших последователях. И все самое лучшее, самое разумное осталось у нас, в наших школах. Каждый из приглашенных на прием педагогов – уникальная личность, которая вносит свой особый вклад в процесс обучения и воспитания подрастающего поколения. Галина Финяк учителем в школе проработала почти полвека. Этот педагог с большой буквы находила подход к самым сложным деткам. Галина Григорьевна работала с коррекционными классами. Благодаря ее чуткости и доброте дети раскрывались, находили себя в жизни. Секрет успешной работы учителя, по мнению Галины Григорьевны, кроется в безграничной любви к детям. Детям и своей профессии. Проработав 46 лет там в школе, мне кажется, я всего два дня там в школе, все это пролетело незаметно. И это было не в тягость, а в радость. Эти дети, до такой степени люблю детей, до такой степени, мне кажется, я расту вместе с ними. Я мужаю вместе с ними, я их понимаю, я их люблю. И могу это повторять бесконечно, люблю. Я очень люблю свою профессию. Я рада, что с самого раннего возраста я мечтала о профессии учителя. И придя в школу, я там осталась на всю жизнь. И думаю, до конца своих дней я там и останусь. Даже во сне я вижу детишек. Я вижу их смех, я радуюсь, я с ними скорблю. Мы все вместе, все пополам, все хорошо. И там не стареешь. Там все время молодой, юный. В адрес учителей, приглашенных на торжественный прием, было сказано много теплых слов и пожеланий. Артисты городского дома культуры поздравили собравшихся небольшим праздничным концертом. В конце встречи каждому педагогу Роман Синеговский вручил благодарственное письмо за большой вклад в развитие отрасли образования Славянского района и памятный подарок. Учителя, в свою очередь, поблагодарили руководство муниципалитета за внимание и поддержку, которые сегодня уделяются отрасли образования. Такие учреждения образовательные, как у нас в районе, согласитесь, коллеги, не в каждом районе есть, даже нашего края, не говоря уже о России, достойные учреждения, оснащенные учреждения, благоустроенные учреждения. Это ведь заслуга администрации, при том, скажем, трудностях в бюджете, вы все равно делаете все, вы со своей командой, чтобы у нас было вот все то, чтобы мы могли творчески хорошо работать и учить, воспитывать наших детей. Спасибо вам за это. Наша профессия особенная, и можно ее не замечать, и мы бы ничего не сказали. Но мы очень рады, что вы нас заметили, что вы нас пригласили, и поэтому огромнейшее вам спасибо за это.
День учителя – это праздник особенный. Он близок к каждому человеку, потому что кем бы мы ни были – главой района, врачом, водителем, музыкантом, журналистом – у каждого из нас были учителя, которые своим опытом, профессионализмом, чуткостью и пониманием открыли нам дверь в большую жизнь. И все поздравления, что в этот день принимают педагоги, конечно же, они сполна заслужили. Анна Монастыренко, Игорь Ванчугов, программа «События».